Президента мы вспоминали пару раз. И я хочу позаимствовать вопрос у самого популярного сейчас в интернете журналиста, который специализируется на жанре интервью. У него есть такой коронный вопрос, который он всем задает. И этот вопрос задам вам, он очень короткий. Путин красавчик? Путин абсолютно красавчик. Если меня спросить, да, я же пехотинец Путина, поэтому... Я всегда говорю, да, я обязан Путину, Владимиру Владимировичу, вот, будь он президентом, он вам тоже обязан, будь он президентом, будь он рядовым, я всю свою жизнь обязан и одному человеку, это президенту, это Владимиру Путину, поэтому такого красавчика второго нет.